поменяете. Может, кажется невозможно, но поверьте, я верю, что это возможно. Мы понимаем, что пока мы не начнем меняться, не изменим свой стиль поведения, свой имидж в команде, мы не сможем добиться от производственников вовлеченности в вопросы безопасности на том уровне, который мы бы хотели. Важных проектов будет проект амбассадора по безопасности, как мы его назвали. Это люди, простые работники, которые будут проводниками тех мыслей, тех проблем, которые мы решаем на производстве. Будут люди, которые будут нам помогать доносить наши задачи, наши вопросы, наши проблемы, собирать обратную связь с работниками, слушать, что их волнует. Буквально в ближайшие дни будет рассылка, и каждый, кто захочет поучаствовать в этом проекте, мы с удовольствием приглашаем. Мы будем проводить отбор кандидатов, и с июля месяца любой желающий сможет уже податься и попробовать себя в этой роли амбассадора. Я уверен, это будет многим интересно. Я знаю, что на самом деле многие работники действительно очень вовлечены в вопросы безопасности, но не знают, как приложить свои усилия, куда приложить свои усилия. Вот это отличный инструмент, будет все свои мысли, все свои желания туда воплотить, и будет короткая связь, можно сказать, непосредственно практически со мной, и мы будем решать наши общие проблемы, наши общие задачи.